За что задержаны, молодые парни не знают. У каждого своя версия. Кто-то отдыхал с девушкой, кто-то спортсмен. А побежали от полицейских и бойцов Росгвардии с испугу. Как ты здесь оказался? У девушки был. Гулял. С кем гулял? Один. Один гулял? Да. Но осознав, что дальше отпираться невозможно, потому что блюстители закона знают всю их подноготную, парни все же признались в правонарушении. Сколько раз кражу совершали? 30 раз. Приехали сюда. Мы взломали за что. Куда вы пришли? В магазин. Что здесь находится? А, запчасть. Криминальная биография саратовцев начиналась с сетевых продуктовых магазинов. Оттуда они воровали преимущественно дорогостоящий алкоголь и табачную продукцию, а потом перешли на, так сказать, кражи потяжелее. В магазине автозапчастей. А что украл? Генератор. Пока полицейскими доказано 3 эпизода, однако у следствия есть основания полагать, что уголовное дело преступной троицы будет дополняться новыми эпизодами. За серию краж из торговых объектов на территории города Саратова задержана преступная группа. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная в составе организованной преступной группы. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 10 лет, штрафа до 1 миллиона рублей. Анатолий Чернов, Денис Желтов, Нара Хачатуряна, Анастасия Потапова. Вести, дежурная часть, Саратов.